команды «Авангард», Иван Пыльнев. Игра сложилась достаточно сложно для нас. Хоть и мы забили сегодня первые, но контролировали игру, потом получился гол. Я как бы не сходил он из логики игры, но так сложилось, что соперник забил. Стало тяжело играть, и, в принципе, игра шла до гола. И, к счастью, нам удалось забить второй гол, третий и четвертый, соответственно. А как будете готовиться к последнему туру? Остались игры с «Воинтелекомом» и «Никият». Ну, две решающие игры, конечно, победа будем настраивать, потому что все в наших руках, ногах, головах. Леха, поменяйся с этим!